Здравствуйте, это компания «Дом в дорогу», меня зовут Константин. Вот к нам очень часто звонят и спрашивают, а есть ли у вас автодом для перевозки мотоциклов? То есть вот там большой багажник должен быть, чтобы туда поместился мотоцикл. Ну, такой автодом один есть на самом деле вот на рынке, да, Европы. Зачем городить этот огород и искать этот автодом с гаражом для перевозки мотоциклов, когда, в принципе, можно купить любой автодом и вот такую вот платформу? Видите, достаточно удобно он загружается. Вот лебедка, да, с помощью которой вы его крутите, его закатываете на платформу. Вот можно, кстати, разместить еще два велосипеда, причем два велосипеда с электромобилями. Но самое главное, его может буксировать любой автодом, оборудованный фаркопом. Любой, какой угодно. Да? И вот прекрасное решение для перевозки мотоциклов. Отличная вещь. Это продукция компании Алка, знаменитой. Рамы, кстати, практически все рамы для прицепов, для всех прицепов делаются компанией Алка. Вот. Поэтому, если кого-то заинтересовала эта платформа, пожалуйста, обращайтесь в нашу компанию, сайт domvdorogu.ru, там номер телефона, звоните, и мы вам с удовольствием поможем приобрести такую штуку для тех, кто любит мотоциклы, а использовать в качестве шаттла мотоцикл, конечно, не как автомобиль, но все равно можно, поэтому те, кто любит мотоциклы, могут запросто совмещать путешествия с автодомами и поездки на мотоциклах, использовать мотоциклы в качестве шаттла. А с вами компания «Дом в дорогу», наш сайт domvdorogu.ru. «Дом в дорогу» – первая российская компания, которая не только продает дома на колесах, но и организовывает для своих клиентов коллективные путешествия с прицепами и автодомами в Европу, Азию, в Крым, Грузию, на Байкал. Прямо на пляже летом, зимой за полярный круг, осенью в сказочный лес, весной на рыбалку. И все это со своим собственным домом на колесах, на котором где встал, там и Хилтон. Подробности на сайте domvdorogu.ru.